Предложить вам чашечку чая? Безусловно, мне можно предложить. А это у нас будет такой 5 o'clock? Мы пьем чай чуть раньше, чем это принято в Англии. Но чай у нас не хуже. Скажите, а сколько стоит сервиз, из которого мы сейчас с вами чаи гоняем? Это немецкий сервиз. Ручная работа. 30-е годы прошлого века. Стоит он почти 2000 евро. Раньше, кстати, чай разливали из серебряных чайников. Во-первых, это красиво. А во-вторых, серебро – прекрасный антисептик. Знаете, я путешествую по столицам Европы, серебришком интересуюсь, чего ж греха таить. И вот заметил, что на серебряные изделия цена зависит в основном от того, сколько там серебра и какой оно пробы. И в меньшей степени от тонкости работы и его возраста. Так ли это? Конечно, самое важное – это вес изделия, то есть сколько в нем серебра. Возраст изделия не менее важен. Также важна и тонкость работы. Чем она тоньше, тем цена выше. Ну вот говорят, бриллианты – лучшие друзья девушек, но в вашем случае ваш лучший друг, да не просто друг, а родственник – серебро. Откуда вы так хорошо в нем разбираетесь, фрау Астер? Вы совершенно правы. Серебро мне нравится больше. Торговать им начал еще мой отец. Он был страстный коллекционер и талантливый предприниматель. А я пошла по его стопам и со временем стала разбираться в вопросе. Знаете, я вот на Измайловском рынке разговаривал с нашими торговцами серебром. Они сказали, что русское серебро дороже, потому что его осталось меньше на рынке. Во время революции очень много утрачено. Так ли это? Да, это так. Русского серебра очень мало. И в наше время клиенты из России выкупают очень много серебряных изделий, способствуя тем самым историческому возвращению серебра на его родину. Друзья мои, я хочу принять участие в этом наиблагороднейшем процессе возвращения русского серебра на родину. Нет ли у вас что-нибудь маленького и недорогого, и русского, за исключением меня, в вашем магазине? Кажется, у меня есть кое-что для вас. Посмотрите, какая красивая чайная ложка. Это приблизительно 1910 год. Как вам? Друзья мои, здесь написано А.Ф. Это же инициалы последней русской царицы Александры Федоровны. Серебряная ложка из дворца, друзья мои. Вифиль? 25 евро. 25 евро. Как приятно за 25 евро стать героем России, друзья мои. Бите? Филин данк. Филин данк. В карман не положишь. Сдачу, да. Вернусь я в Россию с этой ложечкой и станет в нашей матушке России на 25 грамм серебра больше. Надеюсь, это поможет нашей экономике. Я упакую ее для вас.